Всем привет, дорогие друзья! Многие из нас любят современные песни, кроме меня, конечно. Современные песни 2019-2020 года. Сегодня в этом видео я бы хотел попробовать сделать небольшой эксперимент. Как будет звучать современная песня в хоровой обработке, то есть записанная только одним голосом, не используя никаких музыкальных инструментов, только один голос. Я очень долго выбирал, какую песню аранжировать, 2-3 дня выбирал, у многих даже спрашивал, какая песня сейчас самая популярная, и пришел к выводу, что популярная до сих пор песня исполнителя Тима Белорусских, песня «Незабудка». И сегодня мы попробуем ее аранжировать в хоровой форме. Итак, первым делом, что нам нужно сделать? Первым делом это написать хоровую партитуру. Я сам хоровик, поэтому для меня это будет не так уж и сложно. Итак, сейчас мы с вами напишем хоровую партитуру. Я не буду сильно заморачиваться, чтобы она была слишком сложная. Напишем более в простой форме на 4 голоса. Итак, вот мы написали хоровую партитуру, ушло мне это около 2 часов, может немного меньше. Состоит она из 4 голосов, первый голос сопрано, альт, тенор и бас. В общем, вот так примерно выглядит наша хоровая партитура, различные длительности и тому подобное. В принципе, партитура готова, теперь мы будем ее записывать. После того, как хоровая партитура написана, нам осталось только исполнить данную песню. Вернее, записать ее. Итак, записывать я ее буду в микрофон, также использовать наушники, ну и в принципе все. Вот примерно так выглядит наша незабудка. Спустя 2 дня с перерывами на обед, на сон, я все-таки записал данную песню. И как вы видите, в первой дорожке у нас все, что относится к хоровой партитуре. Первая дорожка это у нас идут сопрано, вторая альты, третья тенора и четвертая басы. Также я надобавлял с помощью голоса много различных звуковых эффектов, такие как снейр, кик, хай-хэт, открытый хай-хэт. Вот давайте сейчас мы фрагментиком посмотрим несколько эффектов. Вот, например, первый эффект. Это у нас как раз эффект, я его назову эффект взрыва. Вот, например, эффект нарастания. Вот этот. Ну и, конечно же, основная вокальная партия, которая исполняется. Основной голос. Ты далеко, но как за моим окном, и я рад тебе, хоть и вижу мельком. И так далее. И куплеты, припевы. Ну, отдельно можно посмотреть партии сопрано, если вот, например, отключить все остальные эффекты. Вот, если без ударных, это выглядит вот вся хоровая партитура будет выглядеть примерно так. И так далее, и тому подобное. Послушаем теперь, как будут звучать у нас ударные. Ну и так далее, и тому подобное. Здесь очень много различных голосовых эффектов я наложил. Хочу напомнить, что это записано абсолютно мной, моим голосом. Никаких примочек, никаких инструментов здесь нет. Абсолютно один мой голос. Ну что ж, мы с вами написали хоровую партитуру, записали голос, разные эффекты, и нам осталось только послушать. Но сегодня я буду слушать ее не один, а сегодня я буду ее слушать с Милашкой. Милашка, ты где? Вот она. Давай будем вместе слушать, что у нас получилось. Поехали! Ты далеко, но как...
как за моим окном. И я рад тебе, хоть и пишу мельком, но кидаешь в игнор, когда я не молчу, говорю. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Я в дороге к тебе с букетом в руках, еду зайцем прямиком к твоему сердцу. Уже не важно, где меня не гложет страх, тебе от меня никуда не деться. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Спасибо за просмотр. Мы очень долго старались, убили на это огромное количество времени. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И все у нас будет просто хорошо. Всем бай. Пока-пока.